В областной юношеской библиотеке провели конкурс чтецов «Чарующая классика». Выступали школьники и студенты из 6 образовательных учреждений города. Ты не смеешь этого. Ты ведь не на службе живешь, Водолазовой. Что мне до жизни скандального поэта? Пожалуйста, другим читай и рассказывай. Алексей Мухин – ученик английской гимназии. Он прочел поэму Сергея Есенина «Черный человек». Алексей рассказывает, что ему нравится стиль этого поэта. Вообще, очень часто увлекался именно произведениями Есенина. И такое, ну, и «Черный человек», и довольно жесткое, и самокритичное вообще произведение само по себе. Мне нравилось и чтение как раз-таки Безрукова, и вообще стиль Есенина в написании подобных произведений. Поэтому выбор пал именно на него. Алексей отмечает, что часто принимает участие в таких конкурсах. В будущем он хотел бы связать свою жизнь со сценой и актерской деятельностью. Основными критериями оценки были уровень исполнительного мастерства, артистизм и творческая подача материала. Победу одержал Алексей Мухин, серебро забрала Дарья Маркова, а бронзу – Ксения Апостолова. Призеров наградили ценными призами, сертификатами и грамотами.